Клим. Последний. Досочи. Здорово. Помогает Томас. Не стал бросать. Обратно возвращает мяч. И тут под кольцом Беркли. Попытка не попадает. Вот потом бросок. Томас. Мяч вперед. Сам же Томас получает. И вот он. Реализует Филипп. Красота! Красота снова от Беркли летит. Беркли вперед на Томаса. Ой, какой классный взаимодействие! Беркли вперед на Томаса. Ой, какой классный взаимодействие! Матеев попадает первый. Второй тоже точно. Пайду. Матеев. За Губарева. Хорошая передача. И Губарев. Фатеев. Здорово. Реализует Фатеев штрафной. Удачная. Мяч забирает Губарев. Кольцо. Здорово. Передача на средней. Клюшка. Нет. Вылетает. Мэнтис. Женя. Губарев попадает в штрафной. Первый. Кирилл Литвин передает Юсупу, я потом передам в перерыве. Трешка от Маши Егорова не точно. Орлов на подборе сам пойдет. Хорошо на Машу. Маша со средней бросает. Здорово. Попадает. А тут трешка. Минус 16 для Мэнфиса. Беркли из-за дуги. Еще одна трешка. Да что такое? 4 из 4. Здорово, здорово. Здорово прорвался. Передачу получил. И 2 очка. Сам решает бросать. Не точно. Хорошо в атаке. Хорошо в атаке забивает сейчас. Хорошая передача. И со средней можно было бы забить, но не точно. Не точно, а вот я все-таки закат. Губарев. Классную передачу. Томас Филипп все-таки мяч там подобрал. И еще одна трешка. 5 из 5. Все летит. Абсолютно. Знаменцы. Забирает. Здорово. Забивает. Маша молодец.
скидка себе собрала, отличную скидку дала, и трешка. Трешка не точно, но пару лодок на ходу, я молодец. Реализуй Губарев. Сейчас Беркли. Быстро атака для них. Губарев. Хороший перевод и трешечка. Трешечка удачная снова для Беркли. Фатеев. Хороший перевод на Орлова. И тут 2 очка точно. Забивает с кольца сейчас. Орлов не попадает в трешку. Еще 2 очка. Промахивается с линии. И Беркли. Беркли сегодня очень быстро несут кольцо. Еще. Снова. Беркли. Здорово. Проходит с левой руки. Сейчас забивает. Раструбин, молодцы, молодцы, Бырко. Из-за дуги. Из угла трешка не точная. Разгоняют сейчас Бырки. Здорово, самую качественную и потеря. Орлов на подборе, здорово, 2 очка добавляет. Развивает Раструбин. Нет, не точно. Раструбином есть кому добавить. Этим занимается у нас Раструбин. Периметр. Там Раструбин получает и до конца вот такой вот лейап завершает. Молодец. Передача, но немножко с ней не справляется. Сейчас 13 минут после. И потеря. Точная подбор за Томасом, и Томас очка сбивает. Молодец. 40 секунд остается до конца третьей четверти, а у нас на табло 66-3. Центр результативности под кольца со средней дистанции. 54-6 из 11 попадает на дуги. Кострикин. Не попадает, но здорово на подбор. Да, сегодня явно щит проигрывают у нас игроки Memphis Tigers. К сожалению. Ну, чисто габаритный, чисто. Тайгер, что поделать? Что поделать? Трюшка от Губарева. 7-12 из-за дуги. Что за процесс? Плюс 39 у нас. Трюшка от Мемфиса. Неудачная, но вот подбор дали забрать. И Степанов забивает и на линию отправляется. Степанов, как зовут его? Денис. Денис. Беркли. Заброс на Губарева. Губарев классную передачу дает. И 2 очка. Здорово. Здорово. Беркли. Хорошо по кольцу. Губарев еще добавляет.
так и быть. Забрал подборку. Но у него мяч выхватили. Губарев под кольцо. Он снова оказывается. Снова получает передачу. И... Егорова попадает. Попадает в штрафной. И вот на Егорова, Егорова. Ну снова. Снова трешка не полетела. Орлов подбор забрал. И два очка добавляет Орлов. Кольца, молодец. Один штрафной. Орлов в подборе. И красота. В этом матче очень хорошую сексистскую линейку собирает Орлов, но этого недостаточно сегодня и считается эти два. Четыре команды. Здорово. Добавляет два очка. Сейчас. Добавляет два очка. Сейчас. Вы там два очка записали? Спасибо, что ты внимаешь. Девушка. Девушка. 30. Юлий попадает эти два очка. Молодец. Классно раскидали. Томас Филипп не попадает. Второй попытки тоже не точно. Томас Филипп забирает подбор и два очка забивает.